Перезагрузка библиотек Подмосковья идет стремительными темпами. Учреждения меняют привычную направленность. Так случилось и с Ленинской районной библиотекой, где в начале этого года стартовал новый проект, направленный на социально активную молодежь. Молодежь как самый такой активный участник вообще любых социальных процессов в обществе нуждается в помещении как минимум, а еще желательно и какие-нибудь ресурсы. И вот все ресурсы, которыми обладает библиотека, мы предоставляем молодежи для того, чтобы они могли себя реализовать. Таким образом, библиотека и становится ресурсным центром. Проектом «Найди себя в библиотеке» заинтересовался Совет молодежи при главе Ленинского района, территориальные советы муниципалитета, представители молодой гвардии и общества инвалидов. Ребята здесь организуют различные массовые мероприятия, праздники, квесты, а также используют учреждения для своей внутренней работы. Развиваются интеллектуально, а значит, поколение растет образованное. Мы провели достаточно много мероприятий. Это был День студента, мы участвовали в нем. Также мы провели выборы территориального совета молодежи «Завидное» в этой библиотеке. Она нам очень помогла в этом. Большое ей спасибо. Далее мы очень часто в ней собираемся для продумывания, планировки наших каких-то новых мероприятий. Благодаря ей мы имеем место, где мы можем собраться, все это обсудить, продумать, спланировать и так далее. Нам там всегда очень рады. Центральная библиотека в последнее время заметно преобразилась. Благодаря появившейся здесь молодежи залы стали намного разнообразнее и интереснее. Например, в этом помещении молодежь любит смотреть документальные фильмы и обсуждать самые насущные социальные вопросы. На этом сотрудники библиотеки решили не останавливаться. В конце сентября здесь заработает проект «Аргументы и факты» – дискуссионная площадка для дебатов, очень популярного у современной молодежи направления. Молодежь сейчас политически становится грамотней, активнее, это замечательно. Но кроме политики у нас также есть множество других тем, которые также требуют обсуждения молодежи. Я думаю, да, это будет очень интересно молодежи, поскольку все-таки мы сами строим свое будущее. Реализация всех этих социально важных проектов стала возможной благодаря участию Центральной библиотеки в областной программе по модернизации библиотечной системы, которая в будущем, возможно, принесет нам еще больше интересных направлений. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.